Привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Покажу вам сегодня одну классную игру, тоже очень долго искал ее, искал, как всегда, для вас что-нибудь прикольненькое, и наконец-таки нашел. Скажу сразу, эта игра в Play Market платная, но я скачал ее бесплатно. И если вы захотите себе такую же игру, то пишите под этим видео «Вовкин, хочу игру» и кидайте ссылку на свой ВК. И я вам тогда скину оригинальную ссылку со 100% рабочей версией, откуда я качал сам. Ну что ж, поехали. Игра называется «Спокойной ночи, цирк». Так, идет загрузочка у нас. И вот, смотрите, идет, ребята, вначале как бы мультик. Наступает заставочка такая. Реально прям как мультик, правда? Смотрите, сова прилетела. Но постойте. И спать улегла. Вот такая вот у нее кровать. Что это может быть? Листиком укрылась, как одеялом. Полетела. Смотри, а вот, ребята, сам цирк. Уже наступила ночь, и все звери ложатся спать. Тоже хочется спать. Только одна сова не спит. Смотрит своими большими глазами, кто и где. Итак, смотрите, ребята, давайте заглянем. Тут, в общем, где горит свет, там животные еще не спят. Нужно их помочь им заснуть. Давайте зайдем в этот башмачок. Кроссовочек. И кого же мы здесь видим? Семейство блох, ребята. Смотрите, они в коробках лежат, готовятся ко сну. Два мальчика и вот, видать, одна девочка с бантиками. Девочка-блошка. В ботиночки все уместились. В коробочки свои спичечные позалазили, кроватки. И спят. Давайте закроем коробочку вот с этим. Оп, ой, ручки торчат. Что ж ты, руки прячь. Хорош махать. Веселиться. Смешная игра, правда, ребята? Да закрывайся ты уже. О! В товарища плюнул с трубочки. Почесался там. Да давай, спи уже. Никак не хочет. А этот будет спать? О, смотрите, спит. О нет, вылазит, смотрит. Ребята, я вам говорил, что игра действительно смешная. Ставьте лайк за блошек. Давай еще, прячь. Опа, смотрите, веселые блошки. Вот такой вот. Да что ты улыбаешься, давай спи уже. О, заснул. Нет, не спит. Давай еще раз. Опять будет вылазить, наверное, да? Ну да, вот забавный такой. Оп, девчоночка, может, хоть спать будет. И она не спит. Ну не хотят они спать, ребята. Все какие-то фокусы свои цирковые показывают. Глазки потерла. Ну все, спи уже, красавица. Не хочет. Но я знаю, как заставить их спать. Нужно просто выключить им свет. Только я забыл, где выключать свет. А, вот же он. Что-то не выключается. О, выключился. Спокойной ночи, блошки. Самый непоседа. О, и он заснул. Не выглядывай. Девчуля, не выглядывай. Все, заснули наконец-таки. Пойдем в следующий домик. Так, куда же заглянем? Давайте заглянем на дерево, посмотрим, кто здесь. Я уже, честно говоря, не помню. Я один раз всего лишь играл в эту игру. А здесь у нас обезьянка, смотрите. Что она делает? У-у-у! Как Кинг-Конг, да, ребята? Музыка. Давай, танцует. Может, она потанцует тут, я не знаю. Ох, цирковая мартышка по имени Лариска. Что она тут еще делает? Ложись уже. Не хочет она спать. Давайте выключим ей свет. Спокойной Теперь ночи, она будет спать. Обезьянка. Вот так вот в гамачке ей удобно лежит. Посапывает.
Так, кому теперь еще зайдем? Кому пора спать? Давайте уже пойдем по дереву, ниже спустимся. Кто там в дупле? О, кролик. Смотрите, ребята, по нему видно, что он уже сонный. Уже засыпает прям на ходу. Оп. Но старается еще показывать фокусы, как будто бы он вообще не спит. Совсем не сонный. Что, больше все? Больше он ничего не делает? О, что-то сделал. Ракету выпустил. Давай, колдуй нам своей палочкой волшебной. Хочет спать, ребята. Давайте не будем его мучать и выключим ему свет. Ложись, Заюфан. Вот, еле забрался в свою шляпу. Добрых снов. И довольный крючонок. Стал спать. Кто у нас тут еще есть? А вот кто в домике? Смотрите, печка у них там. О, это же медведь. Носки сушит. Не рычи на нас. Мы ж тебе ничего плохого не делаем. Смотрите, шарик надувает. Это ж цирковые все животные. Вот они умеют всякие цирковые штуки делать. Фокусы. Давай. Опять цветочек. О, лопнул шарик у медведя. Не бойся, Потапыч. Все, больше он тоже ничего не делает. Видать, нет. Ну ладно, давай, туши свечку свою. Спокойной ночи. И ложись. Медвежонок. Все, ребята, Мишка спит. Пойдемте к следующему персонажу. Ну, бложки были самые, по-моему, смешные. Правда, ребята? Если вы тоже так думаете, то ставьте лайк. А здесь у нас Лёва. Лёва по имени Вова. Начал я уже стихи придумывать. Смотрите, как котенок играется мячиком. Ух ты, это ж цирковой лев. Смотрите, что он умеет. Молодец. Ух ты, смотрите, как танцует. Ух, где он убежал? Ты где, Лёва, вернись. А вот он. Вот он прибежал назад. Ой, как страшно, он рычит. Так, ну это уже мы уже видели. Ладно, Лёва, хорош уже кататься. Давай выключаем тебе свет. Засыпай, отдохни перед представлением. Добрых будешь снов, завтра детишек веселить. Уважаемый лев. Так, кто у нас еще не спит? Вот тут кто-то не спит под зонтиком. Давайте посмотрим, кто здесь. Тюлень или морской котик? А что он делает? Вот тут шарик неспроста лежит, мне кажется. Ох ты, смотрите, как он умеет. Хлопает в ладошки ластами своими. Ох, стойка на руках. Прям гимнаст какой-то. Поет песни. Ладно, тебе тоже пора отдыхать. Ложись спать. Спокойной ночи, тюлененок. Засыпай. Заснул. Кто у нас следующий? Так, кто еще не спит? Давайте заглянем вот сюда. В этот шалашик какой-то. Ух ты! Да тут Хрюшенька-Марфушенька. Смотрите, какая модница. Тоже забавная, да, ребята? Ух ты! Танец маленьких лебедей пляшет. Вот так вот, молодец. Ой, да она еще умеет на кольцах зажигать. И на зонтике спустилась. Красота. Красота и милота, правда, ребята? Давай, Хрюшка, иди уже в кроватку. Сейчас мы тебе выключим свет. Все, хорош плясать уже, пора. Баиньки. Вот так вот, молодец. Какая послушная хрюшка, ребята. Кто еще не спит? Вот какой-то чайничек. Кто там? Давайте посмотрим. О, змея. Почему у него кружка на голове? Я не знаю.
Змея-гремучка, что ли? Смотрите, тоже фокусы показывает. Все живо... Вот для чего кружка на голове. Чтоб туда ложку бросать. Ух ты, смотрите, как умеет. Не зря в цирке работает, правда, ребята? Ну давай, ты уже ложись спать. А где ей свет выключать? А, в печке. У нее свет от печки только. А посмотрите, какая у нее кровать. Какая-то корзина какая-то. Все, давай, не шипи там уже. Спи. Кто же у нас еще остался? Остался вот еще какой-то тоже шалашик. Кто же там? А тут слон. Как он поместился в этот маленький шалаш, я не знаю. Ой, трубит. Трубит трубач. А ну встань на эту. Ты ж цирковой слон, показывай, что умеешь. Перед сном. Вот так вот. Фокусы, трюки на ночь. Ох ты, смотрите, конфетти. А ну еще кинь, можешь? Нет, больше не кидает. Ну ладно, хорош трубеть, а то разбудишь же всех. Ложись спать, все уже спят почти. А ты трубишь тут. Нехорошо. По-моему, остался у нас, ребята, последний персонаж. Кто же тут еще не спит? Тоже кто-то маленький, что ли? В шапочке у него домик. Это рыбка. Рыбка как клоун, ребята, смотрите. Ой, что она делает? Цирковая рыба. Тоже фокусы, что ли, показывает? Ой, что с ней происходит? Вот это да. Чудеса прям какие-то. А шапка для чего тебе? Что, все, это все, что она делает? Только пузырьки. Ну, в принципе, да, рыба, чего с нее взять? Особо много фокусов рыба не покажет. Ну ладно, давай, ты засыпай, тебе тоже завтра вставать, веселить детишек. И все такое. Ну что, больше у нас никого не осталось, все уже спят, вот и даже костер погас. Ребята, надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, то, конечно же, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, нравится ли вам видео такого плана. Если нравится, то я буду еще искать, стараться для вас искать какие-нибудь прикольные, веселые игры. Вот, и еще забыл сказать, на канале происходит конкурс на 500 подписчиков. Будет 5 победителей и 5 призов. Каждый победитель сможет выбрать приз, который ему понравится. Все подробности в группе ВКонтакте. Ссылочки будут в описании под видео. А с вами был Вовкин. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока, ребята.